может быть красивее танцующих дам в воздушных платьях и офицеров в парадных мундирах. В Щелковском центральном дворце культуры яркий завораживающий праздник – офицерский бал. Для командования войсковой части 26-178, которая дислоцируется в нашем городском округе, это мероприятие уже стало традиционным. С каждым годом офицеров, желающих принять в нем участие, становится все больше. Классические танцы на этих балах даже и не разучивают полонез, мазурку, вальс, уже умеют танцевать многие военнослужащие. Бал получился красивым и торжественным. Офицеры и дамы танцевали так, что это не могло не вызывать восхищения у публики. На балу исполнялись очень красивые задушевные песни, под которые в темпе великолепного вальса кружились пары. Настроение прекрасное, потому что настроение прекрасное может быть только в том случае, если организовывают такие замечательные мероприятия, которые разукрашивают нашу жизнь и делают моменты нашей жизни яркими и эмоциональными. Организаторы бала намерены проводить такие прекрасные праздники как можно чаще, несколько раз в год. Бал приурочен к 75-летию Великой Победы. Бал приурочен к сохранению традиций и ценностей офицерского корпуса. Бал приурочен к единению и дружбе молодого поколения, продолжение традиций, сохранение ценностей и нравственности. И по замечательной традиции бал завершается красивой церемонией. Дамы получают от кавалеров красные розы. Андрей Цеханович, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.